Георгий, приветствуем в «Шахтере», очень рады тебя видеть. Поделись своими первыми впечатлениями, эмоциями от нахождения в команде. Георгий, могесалмебит, сасдемо нашени мосла чуен гунчи, гагузия решени моса зреба, первели шахадулеба чуен шесахеб. В первую очередь спасибо большое, что такое, дали такую возможность, чтобы трансфер состоялся и я перешел. Я очень рад говорить, я очень мотивирован. И то, что в первое впечатление у меня было, что все очень с большим с душем и откровенным душем и с тепло встретили меня. И это очень мне радует, и я, то есть я насчет этого, очень, ему очень приятно. Как и когда узнал, что тобой интересуются шахтеры, и вот какие эмоции ты вот в тот момент испытывал, с кем с первым разделил эту радостную новость? Родис гаиги шахтерс интересы шесахепта, первели визгаузия решение с сихару. Мы с трансфер гауги ноемберши, это чем первое с сихару лига гаузия, чем цвулс анасра. Первый раз я он узнал этого через агента, он узнал, что интересуется шахтер, и у него есть жена, с которой поделился сразу это мнение, и они очень рады. А была ли накануне личная беседа с тренерским штабом, с главным тренером, с Дарио Сырной, возможно? Их отвора Саубари, конотвора Мцуртальтан, Ан, Дарио Стан. И когда Дарио Стан, когда Саубари, шемдек тамармат тренмат мисаубрет, да, там ормакат мотивировали выигрывать, и Саубари шед. Был разговор, видео подключение было, когда с Дарио разговаривали, и когда он увидел, услышал слова Дарио, что шахтер интересуется переходе, ему на 10 раз стало мотивировано, чтобы это случилось, и как бы он даже не дозадумывался, пойти или не пойти, сразу был его ответ «да». А вот касательно Дарио Сырны и мотивации, в свое время именно Дарио Сырна играл на такой же позиции, добавляет ли это еще дополнительной более мотивации Георгию? Радкома у нас главный тренер нас Шехзахе, из легендарис. Чем ты сормаги мотивация, миса позиция здоровья тамашупта, ведь тебе когда наиграть рука вам артло из висенира. Конечно, я знаю все истории Шахтера и насчет Дарио Сына, то, что он является легендом команды и столько времени на такой большой уровне сыграл. И он говорит, не дает мотивации и дает еще, то есть, как сказать, что он должен оправдать. То есть он не имеет права не оправдать, прийти на эту позицию, на его место. Шахтер – это клуб с огромными амбициями. Какие вот личные цели и амбиции у тебя? Радкома у нас чем мизнеби арис Шахтар танетат первый занимает вас мы вахтиот радган эс гунди талиан амбициури гунди арис та когда прескава кете пимисушот та уехману Шахтар. Он говорит, что я в курсе дела, что команда Шахтер это очень амбициозная команда, которая играет в Лиге чемпионов в группе, которая всегда очень большие цели выходит. И он говорит, что я хочу стать целым эту команду и достиг с Шахтером больших успехов. Спасибо тебе большое, желаем удачи.